Я этого не хотел говорить, но я это скажу. Это для меня очень трудно так просто взять и сказать это вам. Я должен собраться с собой. И, наконец, вы должны узнать об этом. Если серьезно, ребята, я тут музыкальное видео снимаю. Я всегда мечтал снять музыкальный клип. У меня было столько идей сделать странный, неординарный клип. Но я не мог! Псай сделал это первым. И тут появляются ребята из Lenovo и говорят мне: мы можем помочь вам сделать любое видео. И музыкальный клип вы можете снять? Yes, yes, of course, music video, awesome idea. I think это должно быть great. Здорово, тогда по рукам, давайте прилетайте в Москву, будем снимать, давайте, классно, давайте, я вас жду в Москве. Москва, 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 Окей. И главным посылом песни я сделал не стесняться того, что вы любите делать. Пофиг все, что скажут другие. Делай это. Just do it! Но в пределах закона, конечно. И вот представьте, прилетают ребята из Калифорнии в начале октября. Погода Сан-Франциско, 9 октября. Оранжевое солнце. Погода в Москве, 9 октября. За окном метель кружится. Bye, mommy, bye, honey, I love you. Bye, bye. Oh, yes. Это будет good vacation to Moscow. Встречай меня, Moscow. Hi, Moscow. Мы специально наняли хореографа, чтобы поставил нам танец. Вот посмотрите, чувак в белой футболке и черных штанах, это я. Давайте вернемся к тому чуваку, он лучше танцевал. Но это, короче, не важно, со всего, что я учил, ничего я не запомнил и это не делал. На второй день я просто все забыл. И делал примерно вот так. Вот еще один фрагментик. Surprise, motherfucker. И представляете, это все мы снимали в одном месте. Как вы думаете, где? Где? В бункере! В бункере! Именно в том бункере, который защищает от ядерного удара. Который был построен для того, чтобы спасать Сталина. Надеюсь, он никогда не будет выполнять свое истинное предназначение. А вот клипы снимать ему охренительно. День третий. Мы снимали красивую зимнюю Москву. И бабульку. Гайсы, я очень надеюсь на вашу поддержку. Вам очень нравились раньше мои песенки или сэмплей, поэтому я решил сделать что-то музыкальное. И такое я прям на высшем уровне. Музыкальное видео выйдет 1 декабря. Не пропустите. Так, господи, как-то не интригующе. А вот так. Масло в огонь подливаю, я им отвечаю.